Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, ну, не трэш, ну, не знаю, решил забрать некоторые паки на английском сервере, на твинке нашем втором. Ну и, соответственно, докачать, попробовать некоторых героев. Так, давайте заберем все паки, чтобы было так мощненько. Ну вот, минимальный пак я забрал, и в итоге я получил бонусом дофига всего. Сейчас я вам покажу. Вот это за десятку мы получили, считайте, вот эти вот все плюхи. Плюс еще там расходники сейчас накидает. Ну, это по сути мне нафиг не надо. Этого хватает. Единственное, камни ради камней смысла нету. Все дешевеет очень быстро. Так, забрали этот. Поехали. Пробежимся еще здесь, посмотрим. Так, что у нас тут? Сделать free refresh. Вот, отлично, у меня есть монетки. Так, ну зефир нам не нужен, мне надо вот эти вот камешки, я их буду забирать. Печеньки, ну печенек у нас, как видите, хватает. Так, а что у нас по этим, по расходникам? Ну, в принципе, это тоже доберется потом. Давайте по ролям посмотрим, что интересное есть. Так, бардик. Ну, бардик у нас есть. Ой, вообще отлично. Так, 5 у нас осталось, да? Стирачка у нас тоже есть. В общем, вот так вот. Так, ладненько. Можно было, в принципе, все не тратить. Оставить монеты, что-то я погорячился. Ладно, то такое. Поехали дальше. Мы сейчас еще получим монетки. Так, 1 плюс 1. Amazing бонусы. Даже здесь еще должны что-то... А, нет, здесь ничего не получим. Здесь нам не дают, потому что мы взяли минималку. Настолочка. Настолка тоже сегодня классная. Вот, отлично. Ну, нам желтые камни надо для прорыва, для прокачек, поэтому мы их забираем. Так, что у нас тут, и красные камешки. Вообще отлично. Сейчас бы еще в этой хватайке словить. Монеток 30, было бы вообще огонь. Мы могли бы сейчас нормально так вот собирать. 10 токенов всего лишь словили. Она идет с 12-го. По 12, то есть сутки, да, здесь только сутки. Ай-яй-яй, 5. Чуть-чуть дали бы, блин, 20-ку, получили бы вот этот топовый пак. Так, ладно, пока я расходники забирать не буду, поехали дальше. Fresher's Day, вроде с таких акций мы здесь все позабирали. Забираем плюшечки. Ну, что я могу вам сказать? Посмотрите на вот эти вот плюхи за десятку. 20 монет у нас есть. Скин. Осмо дали. Скитальца дали. Я не помню, у нас скиталец есть или нет. Надо будет сейчас глянуть. Все, что надо. Расходники, сундуки. Блин, круто. 13 тысяч камней еще нафигачили. А ну-ка я сейчас зайду. А скиталец у нас есть, у нас айслайди нету. Айслайди и божества. Все, два недостающих героя. Кстати, интересно, может, тут добавили? Нет, тут так и не добавили божества. Такс. Окей, с этим разобрались. Поехали. Еще дискаунт. Еще поиграем. Ну, зефира, как видите, вообще не проблема здесь собрать. Так, расходники такие, ну, они у нас тоже есть.
Блин, не дают, короче. Ну, огонь вообще. Смотрите, как налегке. Еще плюс 12 тысяч камешков. Нормально так. Так, отлично. Карты. Камешки оставляем, открываем сундучки. Смотрите, сколько сменок, сколько всего. Офигеть просто. Что значит день замка владельца? Кстати, а у меня тут, по-моему, максимальные эти смотры. Сейчас глянем. По-моему, мы их до максималки докачали, но это не точно. Так, еще отсюда сейчас заберем книжечек. В итоге довольно-таки неплохо получается. За десятку такие плюхи, ну, это просто бомба. Сумки Вали даже у нас накопились. 25 сменок, офигеть просто. Такс. А, у нас еще есть первые сундуки, надо тоже пооткрывать, потому что мне надо будет дофигища расходников. Я буду качать героев, будем качать им просветы, прорывы. Поэтому расходники все нужны. Так, немножко у нас кулаков добавилось. Это хорошо, потому что я все слил случайно. Все кулаки на книжки для суперпэтов. А, такс. Отлично. Забрать. Так, карточка. Я даже еще здесь HBM вообще не проходил. Так. Карточки тоже, кстати, надо забирать. Тут довольно-таки неплохие плюхи дают. Так, отлично, забрали. Ну что, поехали. Островок. Будем бомбить. 410 у нас сегодня. Будем пробовать затащить. Хоть что-то еще, посмотрим, какие шансы. Кстати, лисичка. Ну, лисичку мы уже собрали. Даже прокачали на максималку. Нам единственное надо здесь такие героев. Это божество. Но осколки на божество вообще нифига не падают. Так, сейчас я перекину себя в другую сторону. Так. Сюда перекину. Поехали. Плюс 2 осколка. У нас уже 101 осколок есть. Зефира 335. Да, божество долго. О, еще плюс 1. 102 осколка. Смотрите, как зефир сыпет. Кстати, нормально еще расходников нахватаемся. 5 лисицы. Да, божество, конечно, падает. Вообще печально. Хоть уже и по 2 осколка падает, но все равно печаль. Так, ускорим. Смотрите, лис опять. Я себе. Да, пальцы дофига надо все равно на этого. Еще такие расходники получили. Реально, это за десятку. Это просто, ну, я не знаю, это просто космос, честно скажу. 8 зефира. Еще зефир. Божество вообще не падает. Да. Шанс словить божество равен нулю. А, 5 вытащили. Нифига себе. 123, ребят. 123 осколка у нас. Ну, это уже результат хоть какой-то. Такс, хорошо. Ну, мы параллельно забираем. Если учитывать то, что забираем обалденные плюхи, то это, конечно, круто. 4 эмблемки. Выживание. Отлично. То, что надо. Так, этим нужно пооткрывать. Будем качать. Сундучки. Сундучков, конечно, маловато. 14 сундуков. Нафиг они вообще нужны. Такс. Ну, вроде все по расходникам сделали. Поехали еще сейчас скины докачаем. У меня как раз скина на барда не было. Теперь у нас есть уже и скин. Так, отлично.
Так, 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 так. Вроде все пооткрывали, что должны были. А еще вот это можно открыть, забрать некоторые скины. Блин, к сожалению, накопление. А, еще хотел посмотреть смотра. Что там вытащили. К сожалению. А, вот, точно, я думаю. Что-то было недокачано. Отлично. Вообще посмотрите, как сегодня тупо. Тупо в кайф прокачали еще и смотров. Вообще огонь. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.